Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Strike Force от Marvel. Так, поехали получать награды. Тут 2 миллиона, здесь 2000. Так, заберем, наверное, сферы. Так, у нас тут ничего интересного абсолютно в этих сферах не было. Ничего толкового, как говорится, не выпало. Так, ну хватит уже дурачиться-то. Давай мне это. Так, зайдем на почту, посмотрим, что у нас тут. Скоро морозный экстрим какой-то. Дальше. Ага, заканчивается ледяная семейная встреча. И доступен налет феерическое зрелище. Даже так. Окей. Так, заберем здесь, наверное, что у нас? Награда? Заберем. Так, дай-ка я, наверное, потише. Что-то мне кажется, как-то громко. Не? О. Такс, в припасах. Что у нас там в припасах есть? Тоже ничего хорошего, ничего вкусного, ничего интересного. По одной и дали всего лишь. Так, ну тогда мы, наверное, ребята, во-первых, сегодня будет открытие одного персонажа. Всего лишь одного, к сожалению, ребята. Ну, может быть... Ты знаешь, может быть, мы с тобой что-нибудь еще как-нибудь откроем. Чисто случайно. Такое у нас бывает. Так, купить припасы 3 раза. Ну, давай купим припасы. Ну, что тут можно взять? Ну, вот здесь вот можно, например, купить. Вот здесь можно взять. Здесь докупить. Укольчики эти купить. И вот тут вот взять. В принципе, все, да? Так, пройти 2 испытания. Что у нас за испытания? Так, ну здесь мы забираем все полностью. Так, а вот здесь. Интересно, я смогу пройти? Давай посмотрим, во-первых, кого нам тут дадут. Ладно. Я рискну, друзья мои, такой командой попробовать пройти. Может быть, получится. Опять же, нам нельзя потерять ни одного персонажа. Это делается для того, чтобы мы могли с тобой фармить этот этап с повышенными наградами. Так, и я налью себе чашечку чая, пока тут идет загрузка. Чай, правда, уже остыл. Так, что у нас за противник? Блин, противник мощный, ребята. Но в первую очередь, наверное, нам надо избавляться от Минервы. Так, надо Минерву сносить в первую очередь, друзья мои. А, тут поставил на себя провокацию. Все, я понял. Ну, давай, укрепимся. Так, мне не нравится такая скорость. Ну что, в инвиз пойдем? На-на-на-найс. Давай так сделаем. Есть. Минус Минерва. Так, теперь, наверное... Хотя мне... Ё-моё, их тут дофига, оказывается, будет. Что-то я... Что-то я думал, их будет поменьше, но нет. Так, ладно, давай попробуем. Может быть, они... Есть. Так, а это... Это у нас с контратакой, да? Да еще и с промашкой мы... Готово. Так, теперь этого соколочка нам надо, ребята, вальнуть. В нашей команде обидно другое, ребята, что нету хила. Массовая атака, ну, есть. Давай, наверное, вот так вот. Блин. Да ладно, тут еще этот охламон появился. Давай ультимусы тогда.
Ты что вытворяет, стерва? Еще морда выпендривается у нас. Эти... Я уже думал, что они провокацию взяли, но нет. Нет, они не взяли провокацию. А вот тот взял. Зря ты, конечно, Танос взял провокацию-то на себя. М? Ой, зря. Морда, отвали, а. Заколебал уже, если честно. Так, с этим разобрались. Их еще 8 будет, да? Раз, два, три, четыре. Раз, два, раз, два, три, четыре, пять. Пять. Так и не подбили его, нифига. Давай, уничтожаем. Да ядрен ты, Матрён, эти еще тут появились. Блин, паршивец этот, мне не нравится. Блин, неужели сейчас завалят его? Завалят. Два кровотечения, плюс запрет на хил. Он погибнет, ребят. Просто тупо от кровотечения. Да. Не дожил. И хила, как ты видишь, у нас нету. Да, Танос, ты со своей провокацией тут вообще. Теперь этот еще отдуплился. Вообще шикарно. Теперь к Таносу кранты. Вот теперь будем вот такой вот. Я не знаю. Как-то армией такой справляться. Так, ну, по идее еще... Этот сейчас что сделает? Он может кому-нибудь пересануть. А он так и делает. Кого он там оживляет? Минерву, блин. Прикинь, он Минерву призвал. Чмо, блин. Если Халка завалят, я боюсь, все, это будут кранты, ребят. Да пошел ты, мордоворот, блин. Ты заколебал уже, вот серьезно тебе говорю. Стрэндж, блин, вшивый. Нету защиты от смерти, ребята. Ну что? Олух. Прошли, друзья мои, ну мы прошли с тобой как? Ну вот так, на одну звезду. Награду-то получим, но на одну звезду. То есть, ты видишь, да, что мы там пока, ну, не справляемся, поэтому... Ну нет смысла, ребята, мне еще раз туда выпендриваться идти. Завершим тогда с тобой, ну, по-обычному. С тобой по-обычному это вот так вот. Здесь, ну, здесь вот автопобеда. Так, забираем здесь награду. Что у нас там дальше? Сделать вклад. Это мы с тобой пока сделать не можем. Так, сотка. Сотка там корячится. Так, дальше что у нас идет? В налете. О, феерическое зрелище. Это значит у нас...
На танцовщицу, что ли, получается, у нас здесь будут карточки, да, выдаваться? Я лично понимаю именно так. Так, сколько там? Слушай, ну тут нормально так, наград. Ух. Воевать, не перевоевать здесь. Так, ну что, больше у нас нет капсул. Мы потом получим с тобой, конечно, за ежедневки. Так, а мы ежедневки-то уже все с тобой вскрыли. Больше и нет у нас их. Так, что у нас тут по наградам? 500. Давай заберем тогда. И следующее, что мы с тобой идем в магазин открывать, ребят. Смотрим. Буду открывать по одной. Так, интереснее. Так, самурай, 10 карточек, это неплохо. Так, это все понятно. Железное сердце. Что-нибудь путевое-то выпадет сегодня? Последнее. Да. А ничего такого и не выпало. Ладно, ребята, тогда мы приобретаем что? Сейчас, секунду, я сейчас гляну. Так, носорога я, ребята, прокачал по максималке. Электро, может быть, тогда уже надо прокачивать, раз уж... Это в... как она там? Шестерка-то это называется. Зловещая шестерка. Электро же, по-моему, оттуда идет. Именно из зловещей же шестерки. Либо... либо Шан-Чи. Либо самурай. Можно, в принципе, самурая, ребята, тоже подкачать, кстати. Так, тут у нас ничего хорошего нету. Здесь. Давай смотреть, что у нас тут. Так, ну, стервятника я как бы решил докачать. И тогда уже, наверное, Хеймдаля, да? Или... а, нет, Кристалл. Конечно же, Кристалл. Так, здесь... здесь нам ничего не светит. Так, есть что за 50? А Капитан Америка, Сэм. Ронина можно на 4 звезды. Вот, Канг-завоеватель. Окей. Так, сферы. Да, я предпочитаю брать звезды, ребята, чем до 4 уровня. Ну, это фигня, ребята, на 4 уровень. У меня практически все персонажи прокачаны на 4 уровень. Нет смысла именно туда тратить. Так, достижение у нас еще выполнено. Так, дальше что? Тут атака. Угу. Вижу халяву, друзья мои. Но халява халяве рознь. Если я возьму стервятника. Каждый персонаж может атаковать... а, лишь однажды. Я уже думал, дважды, думаю, нифига. Давай возьмем Кейджа. Ультимуса. И последнего, кого я возьму, наверное, это будет Халк, что ли, взять. Давай Халка возьмем. Сейчас попробуем, друзья мои, расколбасить нашего оппонента. Но ты не забывай, что у него есть преимущество. У него нет, правда, ткачихи-паучихи, которая дала бы ему офигенный прирост по всему.
Но, тем не менее, у него команда паучков, вселенная спайдерменов. А у меня шайка-лейка, я тебе так скажу. Но зато шайка-лейка хорошая. Так, вот это вот нам надо уничтожать. По возможности. Так, я вижу вот этот вот слабачок у нас. Паучок. Ну ты видишь, да, они начинают, ребята, себе дополнять, естественно, энергии у них дофигища, они начинают постоянно ходить. Хиляемся. Давай массово. Так, минус один. Сдуло паучка. Поехали. Ну, бафаемся, естественно, бафаемся, ребята. И да, здесь можно вот так вот поставить на автобой. На тебе, но тут он уклонение, ребята, успел поставить, поэтому нифига не получилось. О, это прожигающий луч, это хана ему, естественно. Ну и остается там паучок один. Прибавка к шкале скорости. Ну давай, стервятник. До свидания. 179 тысяч урона нанес. Окей. Так, ладно, этим мы займемся. Я уже займусь за кадром, ребята. Что мы сейчас будем здесь? Или вначале давай хотя бы все задания выполним. Посмотрим, что у нас там есть. Это можно там проходить, бомбить. До потери пульса. Я тебе так скажу. Так, на этапах. Забрали здесь награду. Так, в припасах, понятно. Два Халка, это излишки. Излишки, так скажем. Так, следующее, что мы хотели с тобой посмотреть. Это тут еще война альянсов начнется. Так, рейды это чуть позже. Здесь получается. Но здесь я в первую очередь забираю, качаю либо зомби, либо вот так вот. Делаю автопобеду. Так, две карточки выпало и еще две, четыре карточки на Канга. Хорошо, две карточки на Канга. Здесь забираю абсолютно. Ну, не абсолютно, я здесь трачу абсолютно все. Вот здесь я делаю. Так, на сотку. И еще вот здесь вот по десятке. Как-то так. Мне 424 мало, конечно же, ребята, этого мало. Так, два рейда нам нужно. Еще из-за уровней. Так, повысим Канга. Так, нормально. Друзья мои, вербуем. Тор, воин бесконечности. Это вот новый персонаж, про которого я вам говорил. Так.
Бог грома Тор использует громобой, чтобы нанести огромный урон космическим угрозам и сломить вражеских протекторов. Протекторов, то есть защитников ломает, что ли? Наносит основную цель 80% проникающего урона. Асгардский бросок. А вторая способность — это гнев бога грома. Наносит основную цель 80% проникающего урона. Если у персонажа не менее двух союзников из команды забвения, снимает с основной цели до двух положительных эффектов. Также атакует одну ближайшую цель, нанося 80% проникающего урона. Наносит врагу с наибольшими потерями здоровья 80% проникающего урона. На эту атаку нельзя ответить контратакой во время войны. Этой атаки невозможно избежать. Даже так. Даже так, друзья мои, невозможно избежать. Так, мне надо вот этих вот ребят как-то, блин. У него какой уровень? 14, категория 14. А мне нужна категория 15. Так, у меня 15 категория здесь есть. Вот это и надо как-то 15 категорию прокачать, блин, так. Нету специальных этих. Я не помню, еще посмотрю попозже немножко по заданиям, кого мне там надо прокачать. Так, еще одно достижение мы получили. Это что там за достижение? А, собрать персонажей, да? Понял. Мы с тобой только что открыли Тора бесконечности, поэтому выполнили задание. Так, на это можно даже не обращать внимания. Красная сфера тоже бред. Так. Ну, золотая сфера у меня, правда, 16 миллионов. Такс. В компании, друзья, я хотел попытаться. Так, я не помню, здесь я остановился или где. Да, здесь. 243. 265. О-оу. Да мне кажется, меня там разнесут в хлам, в щепки, ребят, просто. А тут что у нас получается, кто? Такая команда, я тебе тоже скажу, блин. Не два, не полтора. Да они меня разнесут. Хотя... Хотя давай попробуем. Давай попробуем. Я не совсем, конечно, уверен. У него команда полностью... Да, у него полностью команда получается из этих. Блин, из головы вылетело. Енот, Грут. Тут самое злобное, это, по-моему... Блин, этот сразу в провокацию берет. Вот это самое... Да-да-да-да-да. Самое психованное. И они сразу начинают нападать на Минерву. Чё? Сфига ли у тебя? Да вы дадите мне сходить-то, господи, блин. Вот у них начинается вот этот бзик, блин. Просто, ребята, без остановок, блин. Посмотри, у них у всех энергия, блин, полностью. Сфига ли, спрашивается? Этот сделал еще провокацию. Понятно, с уклонением, да? Готовится, готовится, стерва. На 93 тысячи урон нанесла, нифига. Вот этот вообще дуболом просто. Сейчас будет все этому кранты, ребят. Ах.
ли ты прибавку-то сделал? Твои прибавки никто даже не почувствовал, блин. Дай ускоримся, что-то слишком медленно. Баффер-то достал уже, блин, бафает тут. Корнеплод вшивый, а? Нет, тут, по-моему, друзья мои, как-то... Завали эту свою. Зря ты взял провокацию. Блин, ты берешь провокацию, тебя сразу начинает дубасить. Вымораживает просто, а? Ну, в инвиз давай попробуем уйти. Гамору надо валить. Кто там провокатор? Блин, теперь этот груд, блин. Зашибись. Только встал, этого сейчас опять расколбасят, да? Все, защита от смерти, блин. Ну и что, у него защита от смерти, блин. Все, мини-нервы крышка. Она такая вообще вата, ребята. Ну просто вата. Ну вот я серьезно говорю, ну. Все, хана ей, короче. Ладно, попробую. Я не знаю, каким чудом. По-моему, чуда не будет. Чуда, по-моему, друзья мои, не будет. В этой команде нету блокировки, лечения, блин. В этой команде ни хрена вообще нету, если честно. Зато этот, блин, вшивый только и делает, что хиляет. Хилер чертов. Все, мусорщик, тебе, по-моему, кранты. Ну, не мусорщик, его на самом деле стервятник звали. И тем более у них вот этот мантис, блин. Два хила, блин, груд и мантис. Короче, я проиграл здесь. Да. Команда слабаков, особенно вот эти вот кроссбоунс, это просто вообще вшивый какой-то. Кроссбоунс и Минерва. Самое большое недоразумение, которое можно с собой вообще брать. Кроссбоунс и Минерва. Ладно. Не тяну я, короче, здесь, ребят. Так, какие у меня еще остались недовыполненные задания? Я уже не помню. Так, здесь все выполнено. Это выполнено. Но на Думе я не справлюсь, ребята, с Думом. Потому что здесь... Хотя... Кто у нас там в команде идет? Нет, такой командой не справлюсь. Сороковка, сорок... Не... Тут только вот Росомаха, Дэдпул. Да ну нафиг, это какой-то бред. А здесь что?
99-98. Это тоже бесполезно. Тут тоже, друзья, бесполезно. Так, а здесь? Но здесь мы только что дрались. В общем, я пока не могу вообще ничего здесь сделать, получается. Так, давай посмотрим сейчас по рейдам, что у нас там. Там надо два рейда пройти, чтобы выполнить задание. Через 21 час начнется это морозный экстрим. Что такое у нас? А, на циклопа. На циклопа будут осколки, да? Раздаваться. Ладно. Так, мне нужно на тебя найти, да? Точнее, не найти, а... улучшать. 500 ты... А, 500. 500 тысяч. Ну и отлично. Давай, давай. Одевай. По большому счету, ребята, он тоже такой лопушок, да? Этот Локи. Что ты так медленно там соображаешь, ты не понимаю. Последнюю. Так, 40 тысяч. 80, 150, 415. Не хватает у меня 415. Блин, кроссбоунса, ну так мне не хочется, ребята, блин. 78 уровень к тому же, а тут требуется 80-й. И от него толку, блин, вообще мизер. Может, лучше этого прокачать. Так, тут 80-й нужен уровень. Ладно, фиг с ним, пускай лучше будет стервятник, блин. Пускай лучше будет стервятник, как по мне. Так, и что я хотел? Хотел. Ага, здесь. Искать дальше, продолжать искать. Сто 120 на автопобеде. Так, 81, отлично. Объединить. И вот сюда найти. Пока все. Так, у нас еще. Так, псайлок. Йо-йо, давай попробуем найти. Поднять тебе, так сказать, категорию шмоток повыше немножко. Ты издеваешься, да? Начинается вот это вот. Какая там категория? 9 всего лишь. Удар судьбы. Всего лишь 9 категория шмоток. Тут ни о чем. Если честно, это ни о чем.
Так, циклопа тут немножко осталось, да? Может быть, его потом прокачать. Сейчас я просто по бойникам гляну, может быть, кто. Так, кстати, надо этого парня прокачивать. Вообще, ихнюю команду надо, блин, прокачивать полностью. Они мне нужны для выполнения там одного задания. Ну, как я вижу, никто не хочет у меня, да, прапываться. Так, сразу до 4 уровня, да? Это как стандартно, только получаешь, ребят, сразу они до 4 уровня прокачиваются на автомате. Могучий громобой. Наносит всем врагам 120% проникающего урона. Носи, на здоровье мне не жалко. Так, вроде бы здесь все. Подожди ты, господи. Так, забираем здесь. Само собой, вот тут вот забираем. Забираем там два задания выполненных. Так, что там у нас? Ага. Участвовать в рейдах. Так, давай посмотрим по рейдам, что там у нас. Новые есть, нету? Ну, давай сюда, потому что 85-й я не тяну, ребята. А здесь я еще могу, так сказать, покопошиться. Наноулучшение. Это для кого? Для железного человека, получается. Нанорепульсор. Ну да, это для железного человека. Так, это третий поединок, да? И это четвертый, последний. Такс, теперь переходим вот сюда. Вступить. И начнем. Так, здесь кросс-бонус мне просто вымораживает. Поехали. Хоть этот стервятник и не в тему, и вообще не вписывается в эту команду в нашу, но пускай лучше будет он, чем кроссбоунс. Потому что я тебе точно говорю. Ну давай, не надо там думать 3 часа. Так, по 150, да, у нас идет в плюсе. Открытая награда категории 1. Слушай, ну по 150 это даже неплохо, ребята. 2 ляма мощей противника. Сюда пойдем. Так, последний поединок здесь. Фу, так, там 4 и тут 5, 9, да, получается? 2 награды сейчас заберем. Выходит так. Ну давай, 2 награды. Так, соточка. Тратить изо. Ну, тут понятно. У нас, в принципе, ничего такого не осталось.
Тут 1900, но этого не хватит. Тут 2800. Так, что еще? Еще мне нужно, ребята... Блин, ну там смысл проходить. Я не знаю, ребят, у меня эпические кампании. Тут, по-моему... Вот моя команда, ребят. Требуется 14 категорий снаряжения город. Это бесит прямо аж, а? Блин, если бы этого октопуса как-то прокачать. Но опять же, на него нужно ему поднимать категорию шмоток. А это, друзья мои, вообще не так просто, блин. Придется тратиться, а фигли делать. Создаем. Надеваем. Так, а сюда что? Блин, сейчас еще целую кучу искать, да? Ух. Да ну, ты сейчас специально, да, вот так вот по одной будешь, блин, мне мозг выносить? Гаденыш, а? Так, ребят, да какой? Да 14 категорий мы понимаем же ему, да? Подожди, там 12 только лишь. Только лишь 12 категория. Так, подожди, еще раз гляну. Блин, ради одного поединка какого-то, а? 14-я. Это я только сейчас сделаю ему 13-ю. Я сейчас все сферы разбазарю тогда, получается, ребят. Ну да. Все сферы разбазарил. Да чтоб ты сыром, блин, навалил себе кучу, блин, я не знаю. Все, у меня больше нету, да? Это нужна 14 категория, блин. Я даже не могу, блин, нигде. Понятно, короче. До 14 категории их нужно всех поднимать. И училку эту, блин, да, получается. Так, еще и две ежедневки выполнил. А здесь нигде не завалялся пистолетик? Не. Не завалялся. Только лишь красную сферу. Только лишь красную сферу. Так, что у нас там по звездам, по припасам? 128, да, получается. Это у нас есть Ронин.
Ну давай Ронина, наверное. И этого. Пока все. Ну что, ребят, вдвоем, блин. Они там вдвоем, конечно, сейчас. Ой, они вдвоем сейчас получат звездюлей. Просто на раз-два. Ну, сам подумай, что они вдвоем могут сделать, блин. Против целого отряда, да ничего. Ну, я все равно отыграю, чтобы не пропадали бойцы зря. Так, я вон вижу. Ага, давай-ка попробуем. 16 их еще осталось. 16, блин. Так, я вижу вот этого голубчика. Можно убрать. Теперь, наверное, вот эту вот пакость надо как-то... А, она уже в инвиз ушла, не вариант. Тогда... Блин, он пробафанный. Такую деловую провокацию на себя взял. Сейчас его и размажу здесь. Теперь Красбоунс взял на себя провокацию. Какой же этот Люк Кейдж сосунище. Просто, ребят, я не знаю, слов у меня нету, блин. Пинает, как сосунка вообще. Все. Они все, ребята, с этой... С блокировкой атаки, так что кого не тронь. Давай на максималку я с тобой, потому что это бесполезно, ребят, тут не драться. Какую-то стратегию уводить. Кейджа этого вообще забомбили. Такой прям вот просто, ребят, если этот хоть что-то хоть блокирует. Кейдж вообще там как губка, блин, получает звездюлей от всех, кого не лень. Конечно, если бы стервятник бы имел побольше массовых атак. Если бы ему сюда бы доктора этого октопуса хила, было бы намного все лучше, ребята. Мы могли бы хиляться, плюс он, не забывая, вызывает шок, шокера. То есть это еще один боец к нам бы. Мы могли бы здесь хоть, ну, хоть как-то, блин, посопротивляться. А когда, извини меня, Кейдж этот вшивый, который один, ничего толком сделать не может. Плюс этот говнюк вот этот, который вызывает постоянно здесь себе охрану. Ну, мы элементарно просто не успеваем накопить энергию, нас разваливают. Вдвоем драться против армии, ну, это такое, знаешь, себе. Согласись. Такое, блин, себе удовольствие. А элементов ты сам видел, не так много. Так что здесь не вариант. И в следующем, по-моему, тоже у меня там не особо все клеится. Это вот здесь. По-моему, вообще никого нету. Угу. Нужна 15-й категории шмотки. А один он драться не может. Вот так вот, друзья мои. И хотелось бы, и нельзя. Не дают. Так что... Дальше все только сложнее, сложнее, сложнее. Так, давай-ка здесь посмотрим, что у нас. Ага. На персонажи, да?
последний, понятно. Так, нам надо для вот этих 4 пистолетика выпало. Так, 4 пистолетика. Ну, вряд ли я здесь кого-то сейчас могу прапать. Два. Какой там два, блин, еще дофига там. Один, блин, один. Больше нигде не найти, да? Одного не хватает. Ультимус. Так, подожди. А кого-то показал? Этот. Потом там идет училка, да, вот это вот. Неврастенишка. Которой нужен 72 уровень, чтобы она могла. И она могла только поднять до, в принципе, до 14 категории. Ладно. Все равно это пока, ребята, ну, бесполезно. Так, заберем. Да ядрё, смотрю, ну. Дай мне тут все забрать. По-моему, все. Я больше, ребят, здесь ничегошники сделать не смогу. Дай пистолетика. Спасибо. Так, где у нас там октопус? Блин, не... Я думал, там один нужен пистолетик, а там... 6 их нужно. Их нужно 6. Ну, здесь, ребята, я пока тоже ничего не могу сделать. Ни с этим охламоном, ни, соответственно, здесь. Росомаха разрабатывает 7-ю красную звезду. Ну что, пойдем тогда в этот, наверное, быстренько пройдемся в космическом испытании. Так, выберем кого-нибудь послабее. Ну вот, например, здесь есть тоже слабачок. Здесь можно попробовать, знаешь, как сделать? Таноса взять. Так, Кроссбоунса, блин. Никудышного. Надо как-то так. Поехали, попробуем. Развратить лицо вряд ли я там, конечно, всем смогу. Но чем больше зацеплю, тем больше, как говорится, наград получу. Чем больше наград и получу. Так, а где у меня ручка? Ручку не могу найти. Так. Я ведь дел-то. Надо кое-что зачеркнуть мне. В моем списке. О, вон она. Так, ну что, ребята, давайте усиливаться-то. Усилился, блин, ускорение поставил. Так, ну провокаторы, да? Ох, сейчас уже отгреб.
Слушай, у меня такое ощущение, что мы сейчас тут сосем по полной программе. Судя по тому, что мы слепотня, блин, куриная, блин, нифига не видим. И плюс потому, как нас тут разбирают сейчас. Задебафили, блин, капитально, прикинь. Эти болваны стоят там на месте, ничего не делают. Вообще, идиоты, блин. Кого-то мы этого взяли, блин. Но заколебал, а? Все с уклонениями, все, блин. С блокировками, блин, посмотри. Массовой атаки нету, да, никакой? Короче, ребят, поставлю на автобой, так заколебайся, я тут выжидаю сейчас просто-напросто. Не, кроссбонс это, ребята, чмо полное. Вообще без... Какой он нафиг таунт? Ё-моё, ребят, какой из него таунт, если он, блин, получает звездюлей только шорох? Да. Да, я офигею просто. Ну что, я могу, в принципе, разорвать их просто сейчас в хлам. Взять пустельгу, например, и... Мне неохота на этих говнюков, сосунков, так сказать, тратить нормальную эту. Пустельгу надо вот сюда брать. Берешь пустельгу, берешь спасительницу, и все, ребят, и... И делаешь им до свидания, называется. Самый сильный отряд наказываешь, и все. Ну давай, давай, прогружайся быстрее. А тех, я которых взял в придачу, это так, ребята, для... Для дисбаланса. Сейчас спасительница только пробафает у нас. Я надеюсь, она успеет хоть пробафаться-то. Ну и все. А дальше понеслась душа в рай. Ну, мне дадут ход сегодня сделать, твою налево, блин. Ну, кто? Чего там про... Блин, она еще и провокацию себе взяла, от швабры это. Там хоть кого-нибудь вырубим, блин, сегодня или нет? К
Ну, во-первых, надо и вот, вот это 2 хила у них. Это и вот этот хил, хилы, блин. Чё? Чё? Да, друзья. Ну и все, до свидания. Да, ну, друзья, они просто не дают мне вообще ничего сделать. Ни хода, ничего, блин. Все, спасительница, тебе кранты. Фигею просто, ребят. Я просто фигею. И я думал, что пустельги с этой, ну, со спасительницей разнесут в пух и прах. Угу. Когда тебе не дают хода, и они ходят по 3 раза, а ты всего 1 раз. Да. Блин, я забыл туда взять вот этого парня. Тьфу ты. Да это понятно, что они разнесут. Здесь уже понятно, ребят, но катка-то слита. Вряд ли я смогу победить. Хотя, если противник не выйдет в бой, то он проиграет. Так, это у нас последний бой. Да. Тут, конечно, вообще в 3 секунды разобрали. Но это-то не главное. У меня теперь никого не осталось из бойцов нормальных, ребята, чтобы дальше продолжить поединки. В ту катку я, ребята, забыл как раз взять железного человека. Я взял пустельгу этот, а там команда Пегас должна была быть. Блин. Я, как всегда, тормознул. Но здесь уже не... нет, ребят, тут не потяну. Не справлюсь. Но сам виноват, что вот так вот сглупил. Что вот так вот сглупил. Так, а, кстати, арена, что там у нас по арене? Давай-ка посмотрим. Обновить. 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 Ничего слабенького не дают, да? Нету ничего такого, где бы я мог разорвать им одно место. Ну вот это вот попробовать, но как бы не вариант. Но рискнуть, друзья мои, можно. Единственное, что у них команда этих, команда Таноса, фул бади, фул сбор, блин. А Танос тут любит, ребят, свои фаерболы повыпускать. Метеоритный дождь, там подобное. У него полная команда. Зато у меня команда Пегаса. Так что будем смотреть, кто кого. Вот без сявы, конечно. Сейчас здоровье дофигища у него, а?
психи захиливается, гад, а? Он будет на каждую атаку контратакой, да? Сколько я помню. Вот то, что, блин, он сделал уклонение. Все, ребята, мы с линейка наша, блин, на атаку заканчивается на этом. Кроссглейв этот еще выпендривается. Ну, если ты появился, ну хотя бы побольше хп-то себе восстановить твою налево. Ну что это такое? Восстановила она, блин. Крохи, блин. Давай, поехали. У него сколько там у него защиты от смерти? А, не сли... Во! Дай-ка этого хмыря попробую. Сосунок от Эйб. Вот это вот, конечно, да. Офигеть, он бомбанул, да? А там у нас еще и слепой. Так, Корвус Глейв. Все-таки Мегеру, Гамору уничтожили, я смотрю. От дамагера, а? Ты посмотри на него. Контратака, понятное дело. На. До свидания. И ты тоже до свидания. А, у него защита от смерти. Еще здоровье себе восстановил. Но все равно команда Пегаса, ребята, круче, чем команда Таноса. Судя по всему. Может быть, у них, конечно, уровень был поменьше, но мы их разобрали, ты сам видишь, прекрасно. Хоть у меня чисто, не, конечно, не чисто команда Пегаса была, у меня еще там дополнение было к Пегасу. А именно Гамора плюс Феникс. Ой, Марвел, блин. Так, ну что, друзья мои, вроде бы все на сегодня. Подбор игроков. А, то есть... Подбор игроков или строим защиту? То есть ивент начался или нет? По уничтожению геликарьера. Нет, еще не начался. Ясно. Ну тогда, друзья мои, на сегодня все. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.